Медицинской техникой, изобретенной в Иванове, теперь будут лечить пациентов на другом континенте. Стимулятор головного мозга компании Neurosoft вышел на американский рынок. Магнитный стимулятор – терапевтический прибор, то есть он лечит. Вот, и лечит голову, то есть это серьезно. Вот. И для того, чтобы продавать магнитные стимуляторы в Соединенных Штатах Америки, необходимо получить так называемый сертификат FDA. То есть это разрешение специальной комиссии американской, огромной такая машина, которая занимается разрешением применения медицинских изделий на территории страны. Магнитный стимулятор многофункционален. Он применяется для реабилитации двигательных функций у больных после инсультов, для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона. Поможет он и с лечением классического американского недуга – депрессии. Конкретно вот то, что мы сертифицировали в Америке, эта система предназначена для лечения пациентов, у которых депрессия. И им уже не помогает медикаментозное лечение. Ну, действие сравнимо с электростимуляцией. То есть при лечении мы стимулируем ту область мозга, которая как раз отвечает за лечение депрессии. Положительное воздействие прибора протестировано и научно доказано. Чтобы поднять пациента на ноги, достаточно нескольких недель. Каждый сеанс длится приблизительно 40 минут. Для того, чтобы простимулировать нужный участок головы пациента, находят так называемую моторную зону. Ее определяют по непроизвольным спазмам мышц руки. Это место является как бы опорной точкой, от которой мы, перемещая койл на нужное расстояние, располагаем его над той самой частью головного мозга, которая впоследствии будет стимулироваться для лечения депрессии. Компания Neurosoft больше 20 лет лидер в производстве сложного медицинского оборудования. Приборы, разработанные ивановскими учеными, позволяют с высокой точностью проводить диагностику и оказывать терапевтическое воздействие на организм человека. Вся техника от А до Я производится здесь. На предприятии трудится больше 200 сотрудников. Работают специалисты в области микроэлектроники, программирования, химии, физики, акустики. Эксперты разрабатывают микросхемы, пишут специальные программы, собирают приборы. Последний пункт – отправка. Адресаты в 70 странах мира на 5 континентах. У нас есть много приборов большого назначения. Вот, например, энцефалографы. Мы их собираем и отправляем по заказам. Заказы у нас не только по России, но также в зарубежные страны. Вот этот прибор идет по России. Вот он приготовлен уже к отправке. Neurosoft экспортирует 50% произведенного оборудования. В ближайшем будущем компания планирует расширить географию поставок и разработать оборудование для интероперационного мониторинга. Предполагается, что эти принципиально новые приборы позволят проводить хирургические операции с наименьшим риском для здоровья человека. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.